Всех приветствую на нашем канале. Вот у нас лужайка перед домом. Мы здесь сегодня хотим залить каток. Сейчас разгребем сначала снег, а потом будем заливать, пробовать. Так, расчистили площадку. Сейчас пойдем подсоединим шланг, будем пробовать заливать. Теперь протянули шланг, будем заливать. Вот так у нас выглядит залитый слой. Сейчас зальем еще слой. Посмотрим, что получится. Сегодня второй день. Залили второй слой. Это у нас крепкий лед. Сегодня зальем третий слой, и уже, я думаю, можно будет кататься. Вот такой вот у нас получился каток.